Итак, идем по Зубовскому бульвару, вернее, подходим к Зубовской площади. И восхищаемся шикарными тротуарами, ну просто шикарными. Здесь все это было как бы широченное, опять же, садовое кольцо, машины шли там 8, а то и 10 рядов. Ну и что? Потом существовали заторы, где можно пройти, ну, скажем, под улицей Горького, под Тверской, на площади Маяковского проезд. Три ряда туда, три ряда обратно. Значит, садовое кольцо больше, чем три ряда, пропустить не может, даже если здесь будет 20 рядов. Наконец-то разум восторжествовал. Молодцы, спасибо. Опять же, Сергею Семеновичу Собянину. Вот тут я не могу не похвалить его. Хотя он в моей похвальбе нуждается так же, как этот голубь. Вот. А я чувствую, что он не нуждается в моей похвальбе. Ну и ладно, неважно. Это его дело. Так, доллар. Что у нас с долларом? Давайте посмотрим. Прошло уже 3 часа. Так, доллар не падает. А евро? Евро тоже не падает. Черт возьми. Ходишь по кольцу, ходишь. А что толку? Интересно, вот тут какое-то отражение. Вот так вот.